Доброго времени уток, друзья! С вами по-прежнему Арталаски, и давненько у нас не было видео по пиксель-арту. Что ж, самое время это исправить. Тем более, что подвернулась отличнейшая возможность. Дело в том, что один мой хороший знакомый является разработчиком игры Foxy Land, и сейчас подходит к концу разработка второй части этой игры, в чем мне, собственно, и предложили поучаствовать. А вот что из этого вышло, смотрите дальше. Чтобы ускорить процесс создания графики и при этом соответствовать стилю, я решил использовать уже готовые спрайты, и в данной ситуации это было самым правильным решением. В принципе, я не делаю здесь ничего такого сверхъестественного, а все эти техники и инструменты я уже показывал ранее в своих видео. Поэтому, если вам интересна эта тема, то обязательно посмотрите остальные мои видео по пиксель-арту. Ну а я не буду отвлекать вас от просмотра.
итоге все получилось следующим образом. На мой взгляд, получилось достаточно мило и забавно. На этом у меня все, дорогие друзья. Если это видео вам понравилось, обязательно ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И будет очень здорово, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Ну а с вами был Арталаски. Пока!